Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами Хоакин, и мы продолжаем проходить игру под названием Криптейл. Ну что ж, ребят, в прошлой серии мы смогли выбраться из логова ведьмы, и теперь нам предстоит дальше искать нашего брата. Ну что ж, погнали. Так. Дуб. Какая-то флейта. Для чего только она нам? Окей. Грибочек. Ну, смотрите, здесь еще чья-то хижина. Ух ты. Не то. Так. В дверь нам никак не попасть. Она закрыта. Тогда для чего нам грибочек? Может, надо что-то тут посмотреть? Это янтарь какой-то вроде бы, нет? Выше мы, наверное, не сможем подпрыгнуть, да? Да, выше никак. Хорошо. Ну, камень, может быть, нужно вставить вот этот разъем. Точно. Мы открыли чью-то хижину. Ух ты. Тут опять этот зубастик. Привет. Взял, убежал. Так, а нам за ним нужно, нет? Или можно осмотреться здесь? Мы видим сон, как за нами как раз эти пытались схватить эти чудища. Так, что еще здесь? Ну, смотрите, здесь еще одна дверь. И там такое же отверстие для того, чтобы мы поставили, видимо, такой же янтарный камень. Так, а это что у нас такое? Какие-то обереги? Не, ну сейчас наш главный герой видит все те сны, то, что с ним происходило, наверное. Или вот эти обереги как-то влияют на видимый сон. Ну, мы опять видим, что за нами бежит монстр. Нет, что-то не то, ребят. Так, кстати, смотрите, вот тут зубасик сидит вверху. Иди сюда. Или это... никак не влияет, то есть... Сейчас, ребят, давайте подумаем. Так, что у нас здесь есть? Туда мы уже не попадем. А, ну у нас есть флейта. Нам нужен камень. Где его взять? Прошлый янтарный камень мы находили здесь. Блин, не то нажал. Ух ты! Чем это кинулся? Какой-то какашкой? Ну-ка, еще раз пробуем. Ну, походу, его дразним, ему не нравится это. И поэтому он кидает нас этими какашками или сышками. Так, ну, ничего не продвинулось. Надо смотреть. Может быть... Вот эти сейчас мы обереги двигаем. Какой-то из них правильно сделан комбинацию, и сам этот янтарный камешек откуда-нибудь выпадет. Нет, мы видим опять то же самое, развитие сюжета. Как за нами бежит монстр. Ну, давайте по порядку все посмотрим. Мне кажется, как-то они влияют на сон нашего героя. Нет, это мы все видели. Назад. Ну опять животное в клетке. Это не то. Привет. Вот этого еще не было, кстати. Давайте смотреть дальше. Так. Но опять приветствует наш герой кого-то, и все. Ничего дальше не происходит.
монстр бежит. Флейта. Так, стойте. Ого! Мы научились играть новую мелодию. Круто. Давайте смотреть дальше. Не, ребят, все повторяется походу дальше. Хотя у меня есть одна идея. Сейчас, смотрите, мы изучили, скажем так, мелодию. До этого просто он дул в дудку. Но теперь вроде как мы научились играть какую-то мелодию. Может быть, сейчас мы сыграем. Смотрите, ему понравилось. И он нам дал камешек. Блин, я спрыгнул. Да, нравится теперь. Уже какашки меня не закидывают. Так, ладно. Здесь нету. Может быть, в этом дупле. Да, точно. Смотрите, мы взяли камешек. И теперь сможем двигаться дальше. Отлично, ребят. Все пока получается. Так. Опа-на. Охренеть. Походу нас убили. Точно. Так, а зачем ты не пропускаешь меня? Давайте думать. Ну, у нас также есть флейта, можно просто поиграть. Нет, никогда не действует. Нет, ребят, флейта на него не действует. Но она у нас не пропала из инвентаря, значит, она нам для чего-то нужна еще. Блин. Может, обратно сбегать к этому чудику? Еще раз поиграть. Он ничего больше не кидает. Даже не похлопал. Блин. Что делать тогда? Может, опять надо сны видеть, смотреть. Еще попробуем сыграть. Кстати, ребят, смотрите. Ягодка подросла и стала красной. Упала. Так, может быть, надо играть, чтобы она поспела, и тогда деревце пустит нас? Нет, нифига, не пропускает ни в какую. Что тогда нужно делать? Ну, по идее, смотрите, мы видим, что у него там плоды созрели. А с этими ягодками, может быть... Да, ребята, я еще видел кусты там, где этот бесенок сидит на дереве. Возможно, нужно еще там поиграть мелодию. Так. Да, смотри, как раз не доспевший фрукт. Доспевшая ягодка. Ну и все, вроде больше нет кустов. Нет, еще не куст есть. А тут, смотрите, уже все нормально. Ягодка поспевшая. Ну, в принципе, надо посмотреть еще там, может быть, где-то еще кустик есть. Ну, тут тоже мы все сыграли. Ну, смотрите, у него даже изменилась улыбка. Древо пропускает нас. Отлично. А ни хрена опять. А, флейту забрала. Да, пожалуйста. Нам не надо. В чем дело? Она учуяла нас.
Угу. Чувствует запах человека. Какая-то, ребят, маленькая ведьма. И мне кажется, почему-то, наверное, все проблемы, которые творятся в этом лесу, они именно исходят от нее. Глава третья. Маленькое зло. Ну, конечно, возможно, я не прав, но почему-то мне кажется, что она замешана во всем здесь. Так. Какая библиотека большая. Что это? Какие-то веревочки, так. Цветок. Хрен знает, куда его ставить. Пока тут оставим. Удочка. Ничего она нам. Руны. Куриные ножки. Еще одна руна. Так. У нас не видит? Увидел? Ну нет, ребят, походу мы тут пока не сможем пройти. Надо думать. Но мы же для чего-то удочку взяли. Так, это что у нас? Походу еще одна какая-то головоломка. Точно. Так. Мы просто передвигаемся? Вот, неправильно, смотрите. Так, давайте еще раз. Поднялись. 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 Не срабатывает, значит, надо будет перепрыгивать, скорее всего. Вроде бы так все. Еще раз. Еще раз. Обратно мы уже не можем. Если перепрыгнуть. Нет, так тоже не действует. Значит, надо рядом было переходить на следующую ступень. Я ошибся. Так. Сюда. Дальше. Блин. Сейчас куда, не знаю. А, черт, неправильно. Ладно, ну, вроде я как понял. Сейчас все сделаем. Все как надо. Так. И обратно. Да, ребят, это было не трудно. А, вон, смотрите, мы лифтик активировали. Отлично. Тут можно подняться еще выше, да, вроде бы. Так, какие-то выступы. Но они не работают. Я вот вижу там какое-то гнездо. Так, мы взяли колокольчик. А вот здесь, смотрите, какое-то гнездо под ключик. Походу мы, если ставим сюда ключик, раз откроются все эти ступени, мы можем подняться выше. Но пока, видимо, не сейчас это. Все делается позже. Ладно, у нас есть удочка. У нас есть колокольчик. Блин. Чёртовы монстры. Они прибыли своей королевой, скажем так. Такая злая, да, она? Просто мисс само недовольство. Нет, а с этим-то приятелем что случилось? Охренеть. Этот суровый тип. Ну вот, ребят, как я и думал, она, видимо, является виновницей всем
тем делам, что творятся в этом лесу. Из-за нее вот эти леши, скажем так, одержимые. Вот именно из этих бабочек, которые вселяются в них. Так, ну. Ух ты, удочку использовал. Ничего не ловится. А сюда-то мы никак не попадем пока? Надо думать, как туда попасть. Ух ты! А вот рыбка. Еще можно? Еще одна рыбка. Но больше в списке не добавляется. Так, у нас рыба, колокольчик, две руны. Надо думать, куда их использовать. Но здесь мы все, что могли, сделали. Кстати, я карету уже не осмотрел. Может быть, что-то в карете есть? Давайте взглянем. Нет, ничего нету. Окей. Возвращаемся в то логово, где находилась библиотека. У нас есть рыбка, у нас есть что еще? Колокольчики. Колокольчик. Если колокольчик поместить сюда, дернуть. Так, подожди-ка. Блин, не так. Это пока уберем, вообще нафиг не нужно. Я понял, ребят, надо просто заманить его повыше, поставить колокольчик пока. Кстати, вот там, смотрите, еще одна руна. Так, а мы же брали ее уже. Смотри, у нас похожие руны. Ну, черт его знает, ладно, разберемся. Так, колокольчик сюда. Попробуем сейчас заманить этого демона. Не идет. О, черт. Какого черта говорит? Забираем. Блин, он... Черт. А как делать тогда? Надо заманивать, но я думаю, что придется еще ниже потом колокольчик там ставить. Так, не успели. Короче, надо быстренько так. Сейчас быстренько мы его заманим. Сразу потом снимаем колокольчик. Черт, 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 бежим, бежим, бежим. Не успели. Но все делали правильно. Суть ясна. Ждем, когда демон уходит в другую часть комнаты. Звоним колокольчик. Потом забираем его быстренько. Дальше таким же способом делаем сюда. И прячемся, наверное, сюда, в куст. Я думаю, это лучшая тактика. Так. И наверх. Все, обманули. Но это было нетрудно. Так, дальше. Какая-то вроде руна тут лежит, нет? Мне показалось. Что у нас здесь наверху? Маска. Еще одна руна. Блин, 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 блин. А что здесь мы можем... А, я понял. Наверное, рыбу сюда нужно садить. И как-то заманить его, поймать на крюк. Ну-ка, давай-ка, иди-ка сюда. Так, ладно.
Нет, а что это ворона мы? Испугали ее? Этой маской, но... Толк-то от этого. Ну я понимаю, что просто мы рыбой отвлечем это... этого монстрика. Но, блин, только нам руны нужно было взять. А что с этими рунами делать? Все, скушал рыбку. Ну и все, наверное, ребят. Хотя, не знаю, тут еще череп какой-то есть. Ну, может быть, сейчас эти руны помогут нам открыть... А, ту главную дверь. Нет. Видимо, что-то я упустил. Давайте-то думать заново. Что я мог упустить там? Ну, у нас, конечно, есть все эти руны, но они вряд ли помогут, чтобы открыть дверь. Там нужен какой-то ключ нам. Это по-любому. Нет, не то. Давайте думать заново. Посмотрим там, что находится у черепа. Нет, ребят, это не то. Абсолютно. Придется опять колокольчики тащить наверх. Но ключика никакого нет у этого чудика. Ладно, сейчас мы заманим. Так. Вроде бы все начиналось так здоровски, да? Отлично. Давай, давай, давай. Давай, давай, поднимайся. Почему не поднимаешься-то? Придется делать заново. Так. Не знаю, чем так он ступил мне. Сейчас заманим. Отлично. Успели. Тут ничего нету, мы еще раз смотрим. Убежали. Вовремя. Может, как-то надо подсечь его? Ну, тут, ребят, ничего нет, я смотрю, вот. Все уже обыскал. И ворону мы напугали, и толку-то от этого. Ничего не вижу. Ничего ценного. Давай.
И сюда. Сейчас, конечно, попробую его подсечь. Может, у него тогда выпадет ключ какой-нибудь. Блин, нет. Так не получилось. Ну, сейчас мы никак вниз не спустимся уже. Ну, ребят, пока я не знаю, что делать надо. Проходи дальше. Блин. Не вышло. Нет, ну почему-то там маски сейчас уже нету. Блин, не знаю, что делать. Абсолютно. Пока, ребята, в замешательстве, что нужно делать дальше. Все начиналось так хорошо. Да, мы взяли эти руны. Но для чего эти руны нам нужны? Обратно мы вернуться не можем. Здесь тоже нужен какой-то ключ, и ключик у нас нету. Даже не знаю. Ну ладно, мы взяли рыбу. С рунами этими непонятно просто, куда их. Блин, лифт придется заново, что ли? А, это что, упал? Черт. Да, пока, честно говоря, я не знаю, что делать. Выше что мы уже не поднимемся. Там, я говорю, какие-то... Какая-то скважина для ключа, но... Я нажимаю, ничего не происходит. Давайте думать дальше. Давайте вернемся обратно. Так, рыба нам не нужна. Так, что делать? Я не знаю, ребят. И куда эти руны использовать? И нам ключ нужен, который мы, к сожалению, никак не можем найти. Так, давайте сейчас пробуем заманить. Ты что, не слышишь? Слышит. Отлично. Так, дальше. Сюда. Видимо, что-то все-таки наверху нужно делать. Только что, пока непонятно. Блин, а что ты не уходишь-то? Черт. Увидел? Да. Не получилось. Ну, почему тогда бывает тупить сразу, вот не заходит, вот не поднимается на второй этаж. Ладно, сейчас заманим. Все как-то идет сперва. Монстрик. Забираем. Да, скорее всего, что-то наверху нужно сделать, только что я пока не понял. Ждем.
Но почему сейчас опять не поднимается, не могу понять. Протупил. Хотя вроде все так же делал. Может, дерево мешается? Подальше надо убрать его. Потому что сейчас он нормально заходит, а бывает начинает тупить и не спускается, не поднимается на первый, там, второй этаж. Ладно, сейчас заберем. Так. Сейчас поругается, пусть пойдет назад, и ему потом. Вот так вот. Ждем. Отлично. Да, все-таки может быть. А, дерево-то мешалось, поэтому мы не могли. Кстати, вот. Ну, как будто что-то он с этой доской делает, но. Возможно. Нам нужно как-то на более длительное время отвлечь это существо. Этого чудовища. А что если попробую сейчас вот так вот сделать? Мы рыбу положим, но не будем давать кушать. Просто стамбить наверху. Видишь? Да, давай. Ждем. Давайте так оставим. Может быть, заподозривает что-то неладное? Нет, надо как-то заманить. Как-то нужно заманить. Вот так вот и все оставим. Увидел рыбку. Ага. Хочешь скушать, но не получается. И вот теперь мы попробуем подойти к доске. Да, ребят, теперь смотрите, мы можем точно функционировать с этими рунами. Так. Нужно делать. Двигать. Какой последовательности? Блин. А. И все. Просто нужно передвинуть руны, и мы получили заветный ключ. Ключик возьмем. Так, ребят, я предполагаю, куда этот ключик нужно нам применить. Как раз я вам говорил, что там есть гнездо для этого ключа. Сейчас мы поднимемся на лифтике на второй этаж, и там должны использовать как раз этот ключик. И сможем подняться выше. Да, как я и думал, здесь можно будет сейчас прыгать просто. Ай. Блин, да что такое? А вот там, смотрите. Это не выдвинулось. И что нам нужно делать? Не совсем понятно. Так. Сейчас придумаем. Да нет. Все нормально. Нет, просто думаю, почему там вот последняя ступень не выдвинулась. Вот эти меня задачи.
Вот это не совсем ясно. Но ключ мы уже использовали, все. Странно, ребят. Нет, опять упал. Нет, что мы тогда могли не сделать еще? Ключ мы использовали, но почему последняя вон та вот часть механизма не выдвинулась? Это очень странно. Там мы все сделали в том помещении. Ключей же больше не было. Хотя у меня есть идея. Смотрите. У нас есть удочка. И вот здесь какой-то механизм есть. Вот сейчас, ребята, увидите его. Этот механизм, тут какая-то петля. Может быть, надо удочку применять здесь? То есть просто подтянуть его? Точно. Так и думал. Ладно, разобрались. А что с лестницей делать? Опять удочка. Ну ладно. Помогла нам удочка здорово, теперь хоть она больше нам не нужна, это радует. Разобрались. Клетки. Но ничего такого полезного. Так. Подождите. Выше никак. Удочку мы сломали, ниже. Тоже там нечего делать. Нам нужно перебраться туда. Но мы же не допрыгнем. Ну а больше куда идти, ребят, я не знаю. Ну в принципе, если мы сейчас упадем, сможем подняться же наверх? Сможем. Может как-то нас разбегу? Попробовать. Эх, черт, нет. Ух ты. Нас призраки подхватили и спасли нам жизнь. Но, ребят, спасибо. Так. А вот мы и находимся в покоях этой маленькой ведьмы. Кровать. На самом деле, мне кажется, она не маленькая ведьма, ей много лет, просто, наверное, питается душами, возможно, тех людей, которых она похищает, как брата похитила. Может, его в живых, конечно, нету. Мы не знаем. Так, что это? Рецепт. Какой-то рецепт. Ну, судя по всему, тут можно разобрать, что вот эти бабочки как-то взаимосвязаны, наверное, с похищенными людьми. Ладно. Давайте осмотримся. Опа! Нас поймали. Пробуем еще. Туда заходить не нужно. По крайней мере, пока. Бабочка. Мы взяли одну из бабочек. У нее полно их тут. Тут какая-то своя лаборатория. О, это мы рановато, наверное, начали химичить. Я тут ничего, потому что не понимаю. Надо какая-то инструкция, наверное, должна быть, чтобы прочитать ее. Так. Ты спокоен? Спит. Бабочку мы дали, но он жрать не стал его. Короче, надо намешать что-то. Для этого нужен нам рецептик и бабочка. Так, допустим. Так. И. Нет, ребят, пока не совсем ясно, какие пропорции тут нужно делать, что с чем.
Ну что-то не то. Все-таки надо смотреть инструкцию, наверное, снизу. Но тут не совсем ясно, какую форму нужно применять. Так, здесь они сидят, и нам никак туда не пройти. Абсолютно никак. Да, ребят, не знаю, надо разбираться. Я, ребят, предлагаю, давайте тогда эту серию мы завершим здесь, на этом месте. В следующей серии мы попробуем разобраться, что и как нам нужно здесь нахимичить. Ну а с вами был Хоакин, подписывайтесь на мой игровой канал, ставьте лайк, всем пока и до новых встреч. Пока-пока.